Всем привет! Это канал Queen Surprise. Сегодня у нас волшебный сюрприз микс Magic Mixes, Bright Fairy Friends, Mini Fashion от Zuru, Щенячий Патруль, Чебурашка и многое другое. С нами будет интересно. А чтобы не пропустить новые видео на канале, скорее подписывайся и жми на колокольчик. Кто любит классные сюрпризы, ставь лайк и поехали! И начнем наш микс с коробочки Секретик Радости серии Ковбой. Крутые парни обещают здесь игрушку и конфету. Одну что ли. В коллекции 6 ковбоев. Сейчас посмотрим, с какой стороны это будет ее открывать. Секретик. Точно, одна конфета. Жевательная конфета фруктовая. Апельсиновая, что ли. Вот так вот выглядит конфетка. И пакетик открываем. Секретик радости. И кто это тут нам попался? В зеленых штанах. На подставочке игрушка. О, мы таких открывали индейцев. Помню, помню. А с обратной стороны вот такие тут ковбои. Вот этот. Какой? Вот этот. Да? Ну, шериф, что ли? Или потому что у него звездочка на жилетке. А звать шерифа нашего Джон. Вот так вот Джон выглядит. Качество, конечно, вы сами видите. Просто трэш. По-другому сказать не могу. Он, конечно, похож на человечка, но прокраска отвратительная. И он этим ружьем или что это, знаете, как ковбой крутой жест делают, когда стволом себе кепочку поднимают. Шляп-шляп. Я, честно, в замешательстве, на что это похоже. Ну, пускай будет какое-нибудь ружье. Зачем тогда ему пистолет в кобуре на поясе висит? Для чего? В общем, не игрушка, а какая-то гамняшка. Следующий сюрприз в коробочке от Fresh Toys. Давай дружить. И здесь супер микс. Представляете? Угадай, кто внутри. 48 вариантов игрушек. Мне закрадывается мысль, что сюда напихали все коллекции от Fresh Toys. И вот кто попадется тебе? Вопрос. Сейчас посмотрим, кто нам попадется. Интересно, коллекцию-то они вкладыш сделали или нет? Три мармеладки. Что-то, мне кажется, мармеладок все меньше и меньше они делают. Ага, нам попалась серия котята. Вон как, понятно все. Тишка нам попался. Тишка пусть и очень мало, много он уже узнал, как залезть в большой сапог, спутать бабушкин клубок, а еще ему не лень бегать, прыгать целый день и на радость малышей заводных ловить мышей. Стихотворение целое. Ой, тут он вообще не похож на себя. Тишка. Точно Тишка это. С лягушонком нам попался, а не с мышонком. Он флоковый. Гляньте, лягушонок отдельно от него сидит. Такой вот он. Ворс у флока прям такой высокий. Вот такой вот лягушонок. Тоже, кстати, лягушонок неплохо сделанный. Прокрасили, глазки ему нарисовали, и все. И пузико желтенькое. И все-таки Тишка ли ты? У меня вопрос. Что-то совсем несоответствие какое-то. Нам шустрик, получается, попался. То есть вкладыш даже может не соответствовать самой игрушке. Вот это сделали, так сделали. В общем, нам шустрик попался. Вот такой вот, с лягушонком. Не, хорошенькая игрушка, мне нравится. Следующий откроем сюрприз. Kinder Joy серии Ugly Dolls.
вообще беззвучная. Хоть бы нам куколка попалась. Снежка. Скорее всего, какой-то доп будет. И нет, нам какая-то куколка попалась. Хм. Круто. Вот такие вот. И нам, по-моему, вот самый, который в серединке попался. В этой игрушке много функций. Можно и подвесить. Можно и зажимом ее использовать на книжке, как закладку, наверное. И вот такая забавная зубастая кукла с фартучком. Да, антибантик такой. Интересно, как ее звать? У них имена вообще есть? Кто знает, обязательно напишите. Прям интересно. Не, ну, топ, оно мне нравится. Конечно, сложно куклой это назвать. Прикольно. Следующий сюрприз в пакетике Happy Box. Что внутри? Посмотри. А серия у нас здесь щенячий патруль, игрушка-неваляшка и две карамели. Посмотрим. О, капсули. Два яблочных леденца. Вкладышей, я так понимаю, нету. Вот такая здесь коллекция. Райдер, Маршал, Гонщик, Крепыш, Рокки и Скай. Посмотрим, кто нам там попался. Да, Гонщик нам попался. Такой вот он. По качеству неплохая игрушка. Такой он как в тазике в каком-то сидит. И качается в разные стороны. Неплохие игрушечки, мне нравятся. Следующий сюрприз — шоколадное яйцо. Здесь у нас Бэтмен нарисован. Серии Лига Справедливости. Так, открываем. Вот такое яичко пошарканное. Фисташковая капсула. И... А, тут магнитики. Понятно, магнит-пазл. О, Супермен нам попался. I'm Superman. Вот такой вот пазлик с такими супергероями здесь. Всего их 8 штук. С обратной стороны вкладыш. Вот такой вот Супермен. У него волосы и знак. Его значок на груди. Эти такие блестящие, залакированные. Следующую коробочку от Sweetbox откроем. Серии Чебурашка. Здесь попадаются браслетики. По-моему, на браслетике или два, или три чебурашки должно быть. Посмотрим. Что тут за браслеты? Ого, какой браслетик большой. Наклеечка. А, я помню, такие вертушки в детстве были. Угу. Но это, видать, уже из фильма. Не из мультика советского, а из фильма, который недавно вышел. Мармеладки. Коллекция поближе. А здесь задание. Помоги Чебурашке собрать все апельсины. Пройди по лабиринту дорогой из апельсинов. Вот такие тут чебурашечки нам попались. На ящике с апельсинами сидит чебурашка. Просто шагает куда-то. Гений, наверное, в гости. И с апельсинкой. Тут он какой-то прям по качеству плохенький получился. Все смазано. Эти два нормальные. А этот такой подгулявший. Ну, конечно, браслет, хочу сказать. Массивный. Вот так он выглядит на детской ручке. Ну так прям за километр будет видать, что у тебя чебурашки на руке висят. Следующий сюрприз в пластиковом яичке серии Hot Wheels от Confitrate. Посмотрим, что тут нам хотят предложить.
Надеюсь, здесь не будет наклеек. Так, это что такое? Это наклейка точно. Видите, тут удобно сделали, чтобы отклеивать бумажечку. Может, нам эта машина и попалась? Пакетик упаковано все. Есть вкладыш. Ну как же ж без наклеек, действительно. О! Это ведь из свитбокса. Да. И нам попалась машинка, которая может гонять по пустыне Dune SR. Что-то она мне напоминает. Все понятно. Это Hot Wheels тачки 3-й серии. Понятно. Засунули в яйца. Свитбокс. Вот такая машинка. И вот так выглядит машинка с наклейками. Большие у нее колеса такие. Интересная, плоская такая. Ну, не очень она быстро ездит. Из-за большого протектора на колесах она больше скользит по столу. Конечно, ей же нужно под колесами песок перебирать, а не когда плоская поверхность. Следующий откроем сюрприз. Вот такой большой пакет в виде сердца. Disney Холодное сердце. Здесь набор с наклейками, постер внутри, 3D игрушка и пазл. С обратной стороны нарисована коллекция игрушек. Здесь есть коллекция снеговичков, они шли отдельно. И коллекция с главными персонажами. Мы очень хотим Нока с Дашей, да, дочь? Еще Эльзу я бы хотела. И ты, да, дочь, тоже Эльзу хочешь? Да. Припаяли пакетик. О, сколько тут пазлов. А, вот кто у нас. Хотите Эльзу, получите ее в пазлах. Вот так она будет выглядеть. Вот таких 6 наклеек. Неплохие наклеечки. И раскраска. Олаф сидит в листве. Осенний такой Олаф. А, нет, вот еще одна есть. 3 раскраски. Здесь Анна с Эльзой, а здесь Кристоф и Анна. Ну что, смотрим, кто ж нам попался. Хоть бы ног в водяной. Ладно, что уж там интригу таить. Нам водяной конь ног попался. Ну, наконец-то. Вот такой вот он водный конь. Он голубой, полупрозрачный. Ну, как водичка, он же водный конь. Это верный друг Эльзы. На подставочке большой такой. Вкладыш. А вот и ног. Мне нравится, что он такой кристальный, цвета водички. Следующий сюрприз в пластиковом шарике. Мини Брендс от Зуру. 5 сюрпризов. Но здесь сюрпризов-то 5, а вообще в коллекции 40 плюс разных сюрпризов. Посмотрим. Что, работает? Нет? Да. Не очень. А тут еще одна пленка. Так, от первого наконец-то избавились. Здесь не на 5 долек будет шарик делиться, а всего на 2. Так, а внутри пакетики. Сейчас посмотрим. Вкладыш.
Вау, какие тут сумки попадаются классные. Прям миниатюры. Даже колечко есть в коробочке. Хочу такое. Но это редкие. Сумки редкие, колечко это редкое. Духи, лаки. Еще есть песики даже попадаются. Косметика, очки. Крутяк. Два пакета здесь. Так вот пакетики выглядят. Ну, давайте первое откроем. Что за бумажка? Сумка. Правда, это наклейка. Как-то вот такой мне не нравится. Где мини-бренд? Даша, нам песик попался. Круто. И кисточка, посмотрите. Прям с ворсой. Ничего себе. Классная миниатюра. Очки. И дужки отгибаются. Здорово. Вот такая вот собачка. Тихуахуа, что ли? Наверное, она в сумке будет сидеть. Гляньте, у нее сердечки в глазах. Розовый ошейник. Ой. Девчоночка, видимо. Круто. Зацените нашу стильную русалочку. В очечках. Давай, дочь, это ты открывай. Вау, какая нам тут сумка попалась. Да с цепочкой. Ничего себе. Это она с эффектом, как будто бы она волосатенькая. Но на самом деле она типа кожаная. Открывается она внутри бархатная. Что у нас тут? Ну, это бумага для объема. Можно на ручку. Ой, да тут магнитик у нее. Ну, круто вообще. Цепочку можно на ручку повесить куколке. Ну, прям для Барби они подходят. И здесь можно за ручку взять. Вот нам эта сумка попалась. А здесь нам попался вот этот вот тузик. Очки и кисточка. Наши миниатюрные аксессуары мы можем очень даже сложить в сумочку. И кисточку, и очечки. И собака даже поместится. Вместительная, однако, сумка. Следующий сюрприз Bright Fairy Friends. Это первая серия. Здесь таинственная фея-подружка попадается. Сам сюрприз в виде фонарика. Это же и домик куколки. Крылышки сияют разными огнями. 6 сюрпризов внутри. 12 фей-подружек в серии. Волшебницы, Bright Fairy Friends, феи-подружки и королева, страна их сказочный лес. Девиз Be Friends Forever, быть друзьями навсегда. Крылья с блестящей пыльцой, домик-фонарик с огнями. Возьми Bright Fairy Friends домой, будем всегда друзьями. Возьми, купи и возьми, забыли добавить. Их бы еще бесплатно раздавали, было бы вообще замечательно. Так, давайте открывать. Вот такая вот тут крышка, ручка. Ой, какая нам блондинка попалась. Давайте достаем. Вкладыш вылетел. Пакетик тут с сюрпризами. 3 пакетика с аксами. И что тут у нас за коллекция? 12 фей-подружек. Собери их всех. Кто нам попалась? Нам Лили, что ли, попалась? Вот это вот. Как ангелочек. Гляньте, у нее крылышки, как у ангела. И получается она. На обратной стороне еще. А, вот еще, да, на обратной стороне. А может быть вот это? Хотя нет, не-не-не-не. У нас, видишь, как у ангела крылышки. Лили, значит, нам попалась. О, а вот инструкция. Как нам сделать, чтобы баночка у нас засияла. Как будто светлячки в ней.
Давайте-ка посмотрим, что там за аксессуары нам положили. Ой. Здесь заколочка из двух половинок сердечек, которая соединяется. Что еще тут нам положили? Ой! Ух ты! Гляньте, какая тут бутылочка классная! С блестяшками разноцветными. Интересно, она открывается? Не, не открывается. Классно, я люблю такие аксессуары, когда что-нибудь внутри лежит. И последний пакетик. А тут такая вот розовая расческа в виде цветочка. Так, теперь достаем нашу куколку. Куколка на подставке. Подставка в виде каких-то растений, как лианы, опутывают ножки ее. У нее купальник нарисованный, а сверху одета красивая такая юбочка. Тут цветочек с голубым камушком. Конечно, она такая милашка ангельской внешности. Прям ангелочек. И здесь вот есть кнопочка, которую нужно нажать, и крылышки должны мигать. Проверяем. Работает. Красота. Волосы у нее густые. Ну, такие они, честно говоря, жестковатые. Давайте их распустим. Посмотрим, как они выглядят в распущенном виде. Расплести ей волосы была так себе затея. Они, конечно, прям во многих местах спутаны. Ее прям вычесывать и вычесывать. А так, конечно, волосы густые. Неплохо они прошиты, и голова у нее прокрашена. Если куклу к носу поднести, есть посторонний запах. На щечке у нее, гляньте, не пойму, то ли цветочек, как лотос, что ли, перевернутый. У нее моська неплохая, прям такая миленькая она, хорошенькая. С эффектами, который детворе точно понравится. Единственные вот, конечно, волосы. Ой, не падай. И запах есть посторонний. Так, банка. Давайте посмотрим, как она мигает. Здесь есть включатель. Включаем. И вот так вот она мерцает. Если еще крылышки включить, то вообще, гляньте, какая красота. Настоящая фея. Только сейчас заметила, что у нас фея-то босоногая. Можно ее засунуть в баночку. Это же ее домик. Выглядит как-то не очень, мне кажется. Так что лучше пускай она так будет. И последний на сегодня сюрприз Magic Mixes Mixlings. Здесь три зверушки питомца, уже видно, кто нам попадется, а четвертый засекреченный сидит в горшочке. Каждый питомец имеет магические способности, которые можно осуществить с помощью волшебных палочек. У каждого питомца своя палочка. С обратной стороны здесь написаны имена питомцев, которые нам попались. Харли, Гекси, Мава и засекреченный Туро. Тут нарисовано, что на горшочке будет кристалл, который нужно будет потереть. И мы сразу, не открывая, поймем, кто нам попадется. Обычный, редкий, ультраредкий или лимитированный. Так. Волшебные палочки достаем. Ой, какие они классные. Ух ты, это прям пипетка. Качество, конечно, хорошее. Так, как же тут достать аккуратно. О, достаем наш горшочек. Так, это просто... картинка, и это, а тут, ой, какой у него прям, как пламя, хвостик. Второй такой вот прозрачный, с блестками, классненький.
третий, такой как олененок. Рожки как у оленя, хвостик как у лисы, пушистый. Так, теперь горшочек нам открыть. Тут он нам попадется. Вообще, нам инструкция нужна. Надо же узнать, что с ними делать-то. Вот. Так, вот он, кристалл. Что, тут потереть можно? А нет, уже втертый. О, он на мурторетке попался. Да! Да. Ес, на мурторетке мама попался. Ну, это, конечно, круто. Но почему мы ничего не терли? Все, у нас сразу же видать. Ну ладно. Ну, конечно, круто, что нам ультраредкий попался. Так, открываем. Что там? О! Еще один. А, вот инструкция. Что с ними делать, с этими палочками, чтобы волшебство сработало. Так, один у нас становится невидимым. Видимый или невидимый. От холодной или от горячей воды. Второй должен светиться в темноте. Что, глаза? Так, это Харли точно. У него должны появиться крылья. А вот с этими не пойму, что-то тут все блестит. А, у него, гляньте, выдвижная часть. Кентавра, что ли, какого-то превратиться должен. Вот здесь непонятно, что-то у него с глазами. Глазки, наверное, закрывает, открывает. Ой, сколько их тут. Вот это да. Ой, я вот этого хочу рыбного. Рыбного? С обратной стороны. Я так понимаю, это в других сюрпризах попадаются они. В других сюрпризах Magic Mixes. Ну, давайте посмотрим, что. Что тут? О, какой хорошенький! Кто это? Ну, по внешности больше всего подходит вот этот тулин. Но он редкий. А у нас, по идее, должен быть ультраредкий. Немножко несоответствие. Давайте посмотрим, что он умеет. Ну, во-первых, у него хвостик подвижный. Прям дракошка. Нужно дотронуться палочкой до его кристалла фиолетового. О, он у нас глаза закрывает, открывает. Волшебство. Теперь посмотрим, что умеет Харли. Дотрагиваемся. О, он у нас летчик. У него крылышки появляются. Классно. Хвостик тоже у него подвижный. Давайте еще разок. Опа! И полетел. Хорошенький. Теперь давайте посмотрим, как Мава меняет цвет. Холодную давайте опустим. Что-нибудь происходит? Тут ничего не происходит. Вообще они предлагают вот пипеточкой. То есть сюда набрать воды, эту палочку. И капать на питомца. Что-то ничего не поменялось. Так, а сюда? Разницу видите? Я нет что-то. Может, конечно, в морозилку, если положить, я не знаю, на часок. Пойдемте посмотрим, как Гекси светится в темноте. Неплохо, но маловато. Вот такие игрушки нам сегодня попались. Больше всего мне понравились сумка с очками, котенок с лягушонком, Мава, Харли и зверек с закрывающимися глазами. А тебе, кто понравился, напиши в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения! Пока-пока!